Мученик Иоанн Чернов родился в 1880 году в Калужской губернии. Родители его были крестьянами, и после школы Иоанн стал помогать отцу и матери по хозяйству. В коллективизацию он оставил деревню и работал некоторое время на Нарфоминской фабрике. Но там довольно скоро узнали, что Чернов служит псаломщиком в местном храме, и его уволили. Он вернулся в деревню, обнаружил, что местный храм закрыт, и стал добиваться назначения в храм священника и возобновления богослужений. Иван Алексеевич обошел крестьян и собрал подписи под коллективным письмом в защиту храма. Это прошение он в день выборов в Верховный Совет опустил в урну вместе с бюллетенем. Бумага сразу же попала в НКВД. Установить инициатора обращения не составило труда. Вскоре Чернов был арестован. Его приговорили к 5 годам лагерей за контрреволюционную агитацию. Мученик Иоанн Чернов скончался в лагерном лазарете в 1939 году.